Молодые депутаты района совместно с депутатами Белоглинского сельского поселения, активистами ТОС номер 4, приняли участие во всероссийской акции «Чистые берега». Рабочую группу возглавил глава поселения Алексей Тубаев. Так как наше село расположено на берегах прекрасной реки Расцепной, то, конечно, объем работы у нас приличный. Чисто не там, где убирают, чисто там, где не мусорят. Хотелось бы обратиться к жителям нашего поселения, особенно к жителям тех улиц, которые выходят к реке, чтобы, конечно, поменьше мусора они оставляли на прилегающих их территориям. Живописный берег Белоглинского пляжа по улице Кирова – место активного отдыха селян и гостей районного центра. После окончания летнего сезона скапливается большое количество бытового мусора – пластиковые стаканы, бутылки, пакеты. Мы пожертвовали собственным обедом и решили провести акцию, как убрать пляж по улице Кирова. Белая глина – наш дом, и пусть нам всем будет уютно в чистом доме. Участники субботника тщательно очистили прибрежную территорию от сухих веток и поросли. Пакетов с мусором набрался полный контейнер. Андрей Леднев скосил высокую траву. Индивидуальный предприниматель Денис Михлев разровнял покрытие спортивной площадки. Работали весело, с энтузиазмом, понимая всю значимость и важность своего труда. Задача и смысл данного субботника – показать населению, что не нужно сорить, дорогие друзья. Действительно, меценаты наши, которые вкладывают в развитие нашего села, благоустройство. Посмотрите, какое село прекрасное. Давайте наводить порядок все-таки, не мусорить. Здесь бывают и молодежь приходит, и все это видят. Но вот пришлось буквально 3 часа здесь поработать. Я думаю, все поймут на перспективу, и будет польза для всех, что да. Не надо сорить. Благодаря депутатской работе берег водоема заметно приукрасился. Субботник показал, что есть люди, которые бросают мусор там, где отдыхают. И есть любящее и родное село, которым хочется видеть его чистым и ухоженным.